Как мы себя чувствуем? Очень хорошо. Вы довольны то, что мы вам сделали? Очень. И мне приятно. Это дежурный обход пациентов, но Виктора Железинского встречают всегда с улыбкой. Он спас жизни сотням человек. В случае с Екатериной, один из них, операцию ей пришлось делать экстренно. Операцию быстро сделали. Все было очень быстро, хорошо. Привели. На второй день я уже ножками пошла. Был у меня тромбофлебит острый. Виктор Железинский закончил Рязанский медуниверситет в 1968 году. Работать поехал по направлению в Тамбовскую область. Там начал хирургическую деятельность. Через 2 года заведующий клиникой госпитальной хирургии Борис Кириллов предложил перейти в 3-ю областную больницу Рязани. Там открылось отделение сердечно-сосудистой хирургии. Заведующим был знаменитый доктор Павел Шваль. С тех пор в отделении многое поменялось. Наука сделала огромный шаг вперед, и врачам приходится постоянно учиться, чтобы делать современные операции. Сейчас много операций выполняется именно в рентгенно-эндоваскулярной хирургии. И часть операций, вот аневризма брюшного отдела аорты, очень тяжелая, очень травматичная операция. Процент выживаемости крайне низок. Сейчас ребята делают там так называемые стентграфты, анаконды. Менее травматично и, конечно, летальности практически нет. Поздравить Виктора Железинского с 50-летием хирургической деятельности пришел его коллега Юрий Кириллов. Мы вместе с Виктором Петровичем работали много-много лет. Честный, порядочный, хороший человек, старых традиций, что очень важно. И, наверное, многие бы ребята молодые сейчас могли бы посмотреть просто даже в глаза. Там отпечатана и боль, и печаль за больного, и радость его выздоровления. Виктор Железинский учит этому и ординаторов, которые приходят к нему в отделение после окончания медуниверситета. Мое глубокое убеждение – что практически врачи должны в обязательном порядке, в свое время покойный Борис Павлович Кириллов не разделял работников кафедры и работников практикующих, то есть чисто практических врачей. Это должен быть единый сплоченный коллектив, который работает во имя здоровья пациентов наших, а также во имя науки. Вместе с Виктором Железинским ученики ходят на операции, проводят осмотры больных, учатся заполнять документы. Замечательный преподаватель, всегда все объяснит, расскажет, покажет, всегда все пояснит, никогда не отказывается, то есть можно всегда подойти к нему, спросить, он всегда объяснит, никогда не наругается. Виктор Железинский, несмотря на возраст, на пенсию не собирается. Он считает, что долг каждого врача – помогать пациенту, пока есть силы и здоровье. Он по-прежнему дежурит сутками на работе и проводит операции. Денис Леев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».